к елочкам, да? Ой, дай бог, дай тебе до них. Надо будет перед этим отдохнуть, потому что я сейчас бег сделал по полю, наверное, устал, не дойду. К какому? К глиняному дому идем или к заборчику с одноэтажным сараем? Глиняному лучше. Ну хотя не важно, просто главное в город зайти, и изучать. Ну да, нам сейчас налево к дороге лучше уйти. Я в бинокль смотрю, в домах не вижу. Входите. У нас меточку обновил, но вижу. Чарли, похоже, тоже сейчас подходит. Ну что, ждем, вместе будем или самостоятельно будем действовать? Сейчас, кстати, можно... Опа. Слушайте, сейчас лучше всего пробежать. Они сейчас все смотрят туда. Да и уже побежали, блин, поздно. Все сейчас на бетер смотрели, и поэтому на нас никто не будет смотреть. Есть где-то секунд 10. Я у Глинки. Проверяю. Чист. Вы дальше пошли? Я здесь лежу, узнаю, как настав на въезде. Смотрите. Ты на шепот впереди? Да, вроде на шепоте. Просто я около дома тебя слышал. Так, холодок, а я что-то не вижу. Я тут возле деревянного дома сижу. О. Хорошо сидишь. А, вижу. Я, наверное, на второй этаж поднимусь, посмотрю сверху. Я пробегу к следующему глиняному дому. То есть получается со спины Чарли группа бродячая ходит, то есть у нас по левую руку. Возможно, где-то там. Ну я со второго этажа смотрю сейчас глубь города, пока ничего не вижу. Следующий вот слева от дороги дом глиняный, двухэтажный, там тоже вроде никого на втором этаже нет, движения. За красным, который с серой крышей. Красно-зеленый дом. Ну и по правую тоже глиняный второй этаж. Вроде бы в окнах никто не мелькает. Так, ну я тогда к тебе дойду.
Значит, рядом с ним пех. Он прям на крышу открыт, и там на крыше ничего. Ты вылез на крышу? Я тут на балконе. А, вижу. Возьму, что он на крыше стоит. Ага. Значит, в том доме, скорее всего, есть кто-то. Да, в нем. Не, последний этаж, там четырех. Может, заметить. Туда бы шилка отработать. Или РПО у меня есть, кстати. Хорошо. Хорошо. Мне не видно далеко. Справа окна сидит. Пробую снять. Не я случайно. Ты же с правой стороны рядом. Кого? В его? Да, в него попали, но он все еще жив. Вижу еще одного слева от этого дома, там на улице ходит на дома. Да, это враг это был, да? Возле чупа-чупса. Да. Понял. Напа, короче, форма врага. Что сказал, говоришь? Форма врага. Ага. Да это ничего. Ну что, дальше идем? Да нас сейчас спалили, скорее всего, будут ходить искать. У нас здесь позиция, в принципе, хорошая, можем обороняться. Займите хорошие позиции, контрольте город. Кто-то пришел к нам был? Нет? Или это ты ушел? Я выбежал из дома, а ты бежал. Понял. Такой, напротив, блин. Я обратно в дом сел. Ну, я в этом видео не сижу пока. Контролю там, тут дырку. Хорошо, без нас победят. Не бойся. В этом месте всегда остается кто-то. Свой? Да, я стрелял по пеху, вроде бы убил. В окне сидел с РПГ. Может, ранил. В том доме, кстати, с кардом еще на втором этаже живой. Да, я по нему пустил пульку. Вот это уже плохо. Это наш, в доме с кордом наш, он убил пулеметчик того. Понял. А ГПшка это же не наша? ГПшка нет. Я ушел из дома этого. А вы, я к тебе иду. Да, мы и так собрались уже.
А, ну значит рядом буду. Надо отсюда свалить, надо распаранга пошить. Нет, надо буфанг крыть правый. С елочек. Или ниже спущусь. Да, ниже спущусь. Я в следующей глине внизу. Да, я к нему двигаюсь. Могу его проверить. После глиняного. Захожу в глиняное. За тобой. Первый чист. Как так-то может быть? А вы спасай. АВ, на втором он, на втором. АВ. На втором этаже он. На штуке убил. А кто там был? Паша, свои добили. Да? Да. А кто это был? Свои, блядь. Жесть. По-моему, свои, если не ошибаюсь. А Гонза убил его, я нет? Да, убил. Понятно. На моем курсе подорвался. Это меня АВ добил в пятку, что ли? Или ГПшка? Или холодок, по-моему. А? Там, может, и этот. А я кричу, АВ, спасай меня. Гонза, я такой захожу, первый, говорю, первый этаж чист, и захожу по лесенке, поднимаюсь, разворот делаю, вижу боковым зрением, сидит в углу человек. Грэбом бы тебя больше было, не знаю, как ты выжил. И с разворота начинаю палить, и он по мне бьет. Ты по мне одной пулей попал, и... Офигеть. Офигеть. Я тебе не испугался. Я понял, я испугался. Видимо, на испуге убил. А что там со спины два человека к нам подошли? Где он шубит, кстати? Она почему-то стоит безбережно, и там кочегар вывалился мертвый. Ты мертворожденный? Газом шил какой-то. Кочегара выбили. А кто выбили? Манзе, по-моему, выбил. Мне понравилось, как Беттер. Два выстрела сделал и сразу загорел. Это вообще шикарно было со стороны. Только начал стрелять, ББ. А где Банзай сам? Ну, в фриге, по-моему, дошел. Я услышал, короче, то, что ваш Беттер там, вот, с чего с востока едет, и решил то пройти из всего леса, короче, на кнопки, короче, на группу краба. И все. Холодок, интересно, понял, что там со спины? Как меня по лестнице размотало. Я сам в начале, блядь, на кучу, по-моему, купил. Совет, по-моему, заметки не ставил. Метка стояла. Стояла? Конечно. И до сих пор стоит. Я не видел что-то. Почему? Да ладно, у нас этот Махно вылетел и ушел в лес. По грибы? Угу. Чисто на 340. Как шел, так и идет. Ой, бля, Банзай свалил. Банзай? Да. Это ты ссылку выбил? Да. А чем и как? РПГшкой. 18-й? 18-й. Ты там давно сидел? Я в Дубровке сидел. Он сидел, мимо него прокатили вчера, проехал мимо него, они на УАЗике его догнали. И он почему-то развернулся и поехал в обратную сторону, не, прямо ну, к ним. Шилка тут была не там, где БТР, совсем в другом месте, не в Дубровке. Ну да, она была самая последняя ехала. И не самая. Ну сначала мимо нас проехал Урал. Ну Урал его пропустили. А, то есть это... Шилка поехала на Хельм, и после мы услышали Шилку, движущуюся на восток.
Поехали на Хельма. Послушать, она шумит и никуда вроде не двигается, типа. Так, я убил все-таки Гонза. Трабл. Чё-то не понял ничего. Чё-то как ты вообще очнулся, непонятно. Что выиграл? Кто что сделал?